Он бы еще был красивее, если бы он рос бы в этом. Он мне просто тепломучка, я не могу. Хорошо, давай. Так, Катя, у тебя в чем какие проблемы? Так, все, последний круг, давай, пошла. Не надо, они на земле очень красивые. Пускай они в руках у меня завянут. А на земле что? Нет. Это Люсик. Вот это. Это Люсик. Вид, что ты нарвал, и накажут. Так, Миша, направо, и вы сейчас прервали. В смысле, ты тут работаешь? Трансляция в Ютуб. Ты что делаешь? Трансляция. Нет. Ты знаешь, что у этих вот трансляций было? Я знаю. Мне каждый раз приходит уведомление, типа, Егор идет в прямую трансляцию. Так, последний круг. Последний круг. Прямая трансляция на Ютуб. Прямая трансляция. Так, Аня разминается. Даня, последний. Два часа, ты бы ни разу не остановился. Так, разминаться тебе рано еще, Даня. Чё? Давай. Так, здравствуйте. Это телевидение... Ловлю халявщиков. Да. Как вам тренировочка? Супер. Так, на разминку вы последний круг. Последний круг. Машите ручкой, и вас снимает Первый канал. Трансляцию. Большой маленький. Здравствуйте, мы из службы новостей Первого канала. Как вам тренировочка? Так, все, тянемся. Отлично, отлично. Вот это с халявщики стоят. К скамеечке встали, может. Вы хотите сказать что-то нам в экран? Я хочу вам кое-что в лицо сказать. Уберите, пожалуйста, камеру. Не, я репортер. Вон там мальчики, вон там девочки. О, главная халявщица. А, в форме, конечно, бегать. Почему бы не бегать школьнику? Давай, тянем тренировку на... Повыше, то можно. Ножку и тянемся. Это не модно. Итак, сегодня за главного тренера у нас Егорова Елена Георгиевна. Заняться больше нечем. Так, это мальчик. Тебе заняться больше не надо. Где мальчик? Аня, не обращай на него внимания, делай, пожалуйста. Представьте, что меня не видно. Ты меня не знаешь вообще, тут вообще первый раз. Погода у нас замечательная. Солнышко, ой, слишком ярко. 15 градусов на улице, ветер северный, очень холодный, но северо-западный, скажем так. Наклоны, приседания, Коля, давай, наклоняемся. Приседаем. Ой. Сделал. У нас с интернетом проблемы, ну ладно, фиг с ним.
смогу выбежать. Самостоятельно учимся, самостоятельно. Вы все в разное время прибегаете, поэтому разминается каждый сам. А что ей сдавать? Да я могу 21 числа и хоть прям золотой значок выписать на это ГТО. Я служу ГТО, что Катя там записать? Да, пускай Катя бежит, а значит в школе судишь. Чего в ЦФК мы судим, по-моему? С Анютой, что ли? Да. Да. Так что мы можем спокойно вам Катя, значок. Катя, бери, сдавай, и все будет окей. У меня программка на телефоне есть, вводишь туда результат. Почему не будешь? Учись, вон, видишь, там отжимается свет, Андрей. Можно я 21-го приду? А, кстати, 21-го я не буду еще, я буду только... А, да, она еще в Прибалтике. Анюта тоже не будет, Егор. Так что, может, ты только буду... один. На меня за комп поставят, я буду вообще там самым этим администратором. Можно я там прийти? Не знаю. 21-го... Здорово. Здрасте. 21-го... Здорово. Что бы тебе сказать-то, репортер? Дай, пожалуйста, вот это вот. У меня увеличено. Аня, вдруг еще... 21 мая? Да. Ты на какой платформе снимаешь? ВК, Инстаграм? Ютуб. А, еще лучше. Сколько зрителей? 5. Кто это? Я не знаю, кто. Классно. Если это Максим, привет, Максим. Мне кажется, там есть 100% Тима Жанников. На тебя любуется, Жариков. Конечно. Убери, пожалуйста, камеру. А где? Видите, там Тони, Серёжа, они что-то долго. Что это за жук у меня тут ползает? А, вон еще жучара. Вон еще жучара. Вон мальчик. Мальчик, ой, девочка. Борушка, сколько тебе годиков исполнилось? Мне? Не знаю, нужно у Google спросить. Вы уже попали на телеканал, так что... О, это Виктория Прыгова бежит. Тоня с танку сбежит. Разминаемся. А, это главный халявщик. Здорово. Сегодня в эфире тренировка. Вот это, господа халявщики. Убери камеру. Пожалуйста. Это влог, влог. С прямой трансляции. А это идиот. На вас уже 5 человек смотрит, так что. И кто? Да, наверное, Тим Папс какой-нибудь, а Артем Жариков. А камеру дебил где? В смысле дебил? Ты кого назвал? Ну иди сюда. Егорка 20. Егор, брат, все лайки поставлю. Лайки, дай ему покажи лайки. А мне лайки не нужны, я просто видео вашим родителям показываю. Нас Егор пугает. Да, мама... Мешает Егор! Он нам пистолетом угрожает, видите? А моя мама есть. Смотри-ка, я разминаюсь. Андрей, ну что, брали, давайте портфель. Красивый! Вот именно, что ты некрасивый. Слышь ты, а? Егор протянул удар. Ник, тебе понравилось? Нет, не понравилось. Да он убор. Нет, мне не понравилось. Я забыла.
А что в воскресенье было? Они, конечно, в лето ездили в Дикси там с Тимом ее. Оп-оп, спалили. А Егор был съемщиком, да, Егор? Нет, нет, просто Даня все рассказывал. Больше. Они еще меня туда приглашали. Их из Дикси выгнали. Из Декатлона. Ну, блин.